Всем привет, с вами Эдскрайбер. Сегодня альтернативы Redmi Note 8 Pro. Этот аппарат в этом году получился не такой однозначный, как в прошлые года. И в прошлые года это был просто разрыв и идеальный телефон за эти деньги. Redmi Note 8 Pro получился не очень однозначным в плане батареи, в плане процессора, но и заявленная камера не справляется так хорошо, как ожидалось. И мы будем подбирать его по следующим характеристикам. А центральный процессор, в данном случае Helio G90T, видеоускоритель, Mali G76, оперативная память 6 ГБ, типа LPDDR4X, а также показатели Vantutu, здесь 281 тысяча приблизительно. Экран 6,53 дюйма, это IPS матрица, Full HD плюс разрешение 391 ppi. Также основная камера от Samsung из CLJW1, 64 мегапикселя, апертура f1.9. А батарея 4500 мАч, быстрая зарядка есть. И фишки этого телефона, мы будем обозначать их так: USB Type-C есть, мини-джек присутствует, NFC есть и стандартный комбо-слот здесь присутствует. Размеры здесь 161,3 на 76,4, и ценник этого телефона приблизительно можно взять его за $210 на распродаже плюс-минус. Цена может колебаться, друзья, от сезона. В рублях это приблизительно 12 900 рублей. Пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал, там ссылки на эти телефоны, купоны, скидки, друзья, все, что вы любите, ссылочки все в описании. Перейдем к первому конкуренту, это Meizu 16XS. Интересный, сбалансированный телефон, и есть у него свои козыри, но и минусы тоже присутствуют. Основной камень 675 Snapdragon, это уже хорошо. Видеоускоритель Adreno 612 и версия здесь 664, тип памяти LPDDR4X. Vantutu убивает приблизительно 212 тысяч баллов. Неплохие показатели, но чисто синтетические, конечно, Redmi Note 8 Pro здесь выигрывает. А Snapdragon и Adreno будут лучше держать батарею. Экран на Meizu 6,2 дюйма, это AMOLED матрица, 400 ppi, Full HD плюс разрешение. Плюс-минус очень неплохой экран. Здесь отметим, что это AMOLED-матрица. У AMOLED есть определенные преимущества, ну и недостатки, как вы тоже знаете, у AMOLED есть. Камера на 48 мегапикселей, Samsung GM1, апертура f1.7, батарея на 4000 мАч. Наконец-то Meizu стали ставить нормальные, отличные батареи. Это же было, ну, очень даже несложно. На 4000 воткнул баночку, Snapdragon поставил, и у тебя просто отличная автономность на день, на два, без проблем будет хватать. По фишкам здесь USB Type-C присутствует, мини-джек присутствует, NFC, ну, как обычно у компании Meizu, стандартный комбо-лоток здесь тоже присутствует. Размеры, вот здесь очень интересный момент, 152 на 74,4, то есть это мега-мега компактный телефон, и в сравнении, конечно, с Redmi Note 8 Pro, он будет просто компактным. Если вам нужна компактность за адекватную цену, а цена здесь приблизительно $240, и она будет тоже немножко падать, около 14 тысяч рублей плюс-минус на Алиэкспрессе можно найти такой ценник. И по ценнику, конечно, сейчас Redmi Note 8 Pro даже немножко продавил цену вниз, но это все было на распродаже. А минусы большие, здесь нет NFC, компания Meizu давно уже должна была туда поставить, это недорого, это как бы только не плюсы, но почему-то не поставили. Ну и, конечно, самый большой плюс – это компактность. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, репостите, друзья, как только можете, всем в Телеграме хоть как. Это все поможет продвижению этого канала. Далее Honor 9X. Нашумевший аппарат, а особенно нашумевший в Китае, потому что там 810 Kirin идет. Почему-то в русской версии официально идет 710F. Зачем так сделали вообще, друзья, очень-очень даже непонятно. Видеоускоритель Mali G52, версия 4.64. Здесь отметим, что немного он уступает, потому что меньше гигабайт, но в синтетических тестах 290 тысяч баллов он выбивает, то есть 810 Kirin очень даже неплох. 710 будет, конечно, проигрывать. По экрану здесь 6,59 дюймов IPS матрица, 391 ppi, это Full HD плюс разрешение. Плюс-минус это два одинаковых экрана. По камере здесь 48 мегапикселей Sony MX582. Спасибо большое. Если у меня стоит выбор между Samsung и Sony, конечно, я всегда выберу Sony. Апертура f1.8. Батарея здесь на 4000 мАч. Все по стандарту, 2019 год. Нам нужна именно такая батареечка. По фишкам USB Type-C есть, мини-джек присутствует, NFC есть в официальной версии, но он будет на 710 Kirin. В китайской версии NFC нету, но на 810 Kirin. Здесь, короче, вот такая путаница. Зачем они это сделали, непонятно. Размеры 163,1 на 77,2, то есть он чуть-чуть будет больше. И стандартная цена около $200.
у официальных дилеров будет, конечно, он гораздо дороже, около 17 тысяч рублей, то есть плюс-минус $270 он будет стоить. Версия должна отличаться просто бендами, да, допустим, разрешение там определенных частот и все такое, но никогда не нужно путать процессоры, тем более они такие разные, и здесь компания напутала, хотя в целом получился очень хороший, сбалансированный, отличный телефончик, неплохая альтернатива для Redmi Note 8 Pro. Далее еще один козырь в кармане – это Realme XT. На 712 Snapdragon построен видеоускоритель Adreno 616, версия 664, тип памяти LPDDR4X, в Antutu набирает плюс-минус 240-250 тысяч баллов. Хорошие показатели, и это Snapdragon. На 712 стоит на Mi 9 SE, очень хорошо себя зарекомендовавший. Экран здесь 6,4 дюйма, и это AMOLED. Экран Full HD плюс разрешение 403 ppi. Камера здесь точно такая же, на 64 мегапикселя Samsung JW1, но апертура немного лучше, f1.8, то есть светосила немного больше будет в этом случае. Батарея на 4000 мАч, отлично, здесь все окей. USB Type-C присутствует, мини-джек присутствует, NFC есть в глобальной версии, стандартный комбо-лоток тоже присутствует, 2 нано-симки. Размеры 158,7 на 75,2, совсем не намного, этот телефон меньше. И цена можно взять за $240 у официального дилера в России, это приблизительно 14 100 рублей, и у официалов эта цена очень-очень даже неплохая. На Тимоле есть версия 128, она будет стоить в районе 19 000 рублей, тоже неплохой ценник за 128 гигабайт, все показатели отличные, и самое главное отличие, друзья, вы поняли, да? Здесь преимущество в том, что у Realme плюс-минус такие же показатели, как и у Redmi Note 8 Pro, но центральный процессор Snapdragon, видеоускоритель Adreno. И здесь, конечно, хороший плюс. Соответственно, он будет лучше держать батарею, плюс AMOLED-экран, и еще будет больше экономить батарею. Но если бы ценники еще подавить вниз, то вообще будет просто красавчик. Следующий конкурент – это Honor 20S. Здесь тоже небольшая путаница. Я сейчас буду говорить о китайской версии. Она на 810-м Кирине. Видеоускоритель Mali G52, версия 664. По топчику идем. Вантута выбивает 300 тысяч баллов, то есть очень хорошие показатели, особенно показатели процессора, очень мощный процессор и отлично получился. По синтетике он даже выигрывает у Redmi Note 8 Pro с его Helio G90T. Экран 6,26 дюйма, IPS матрица, Full HD плюс разрешение 412 ppi. Основная камера на 48 мегапикселей, Sony MX582, апертура f1.8, также есть ширик, все остальное, стандартный наборчик присутствует, но это компания Sony, друзья, компания Sony всегда выпускает очень классные камеры. Батарея на 3750 мАч. По фишкам USB Type-C присутствует, мини-джек присутствует, NFC в официальной версии будет присутствовать, и стандартный комбо-лоток тоже присутствует на 2 нано-сим-карты. Размеры 154,3 на 74. Обратите внимание, это очень компактный, сбалансированный телефон, и у него точка, да, фронтальная камера встроена прямо в экран. Здесь тоже такое, друзья, на выбор, кому нравится, кому не нравится. Цена приблизительно у официальных дилеров будет $250 или плюс-минус 14 500 рублей. В принципе, неплохая альтернатива, друзья. И, скорее всего, компания Honor в официальной версии в России сделает 710 Kirin F. Зачем это нужно, друзья, не знаю. Могли бы тоже так же установить 810 Kirin, и вообще был бы, друзья, топчик-топчик. Тоже, кому нравится компания Honor, то это неплохая альтернатива. Ну и последнее, друзья, вы, наверное, уже догадались, я топлю в этом году за Mi 9T. Это Mi 9T на 730-м Snapdragon, видеоускоритель 618 Adreno. Очень хороший предфлагманский ускоритель, неплохо справляется в играх. Конечно, он по синтетике будет проигрывать Helio G90T и Mali G76. 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. Вантуту убивает 250 тысяч баллов плюс-минус. То есть немного он проигрывает, но, друзья, очень неплохой сбалансированный процессор получился. Экран здесь 6,39 дюйма, это AMOLED-матрица 400 ppi. Сканер встроен прямо в экран, и после обновления на MIUI 11 он стал, кстати, работать немножко шустрее. Основная камера 48 мегапикселей, апертура f1.75, Sony MX582. Сравнение смотрите на моем канале двух этих телефонов. Эта камера в одну калитку делает Samsung JW1 на 64 мегапикселя, просто однозначно. Батарея на 4000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт.
USB Type-C присутствует, мини-джек присутствует, NFC есть в этом телефоне, стандартный комбо-лоток, друзья, полный наборчик и размеры 156,7 на 74,3. Цены на Алиэкспрессе примерно на $268, на распродажах вот плюс-минус такая цена, и скорее всего совсем немного, но она еще будет падать, это в районе 17 000 рублей. А мне кажется, это самый адекватный и правильный конкурент Redmi Note 8 Pro, потому что есть в этом телефоне абсолютно все, что вам нужно, и плюс широкоугольная камера еще лучше, батарея держится лучше.